Ну все, выезжаю, ехать до дома 120 миль. Вот, выкинул на трассу, вот, обнулился. Посмотрим, сколько проеду. Поэтому все, в путешествие погнали. Первая десятка преодолена. Ну, осталось еще столько же. 9 раз. Свет. Приезжал, не смог проехать мимо. Такие красоты стоят. Чем я понимаю. Мерседес 32. Там есть Астон Мартин. Всякие разные раритеты. Тридцать 36 тысяч. Такие вот всякие красотки. Это Астон Мартин 119, 99, 76, там внутри Макларен и так далее и тому подобное. Обалденная машина. Это Астон Мартин еще крутой, да? Такой вот Морган плюс 42 тысячи Лотоса. Всякая разная красавица. Сюда Морган Астон Мартин. Без парочки. Арбики стоят. Проехал уже 21 милю. Честно, нечего снимать. Просто вот по трассе пока еду. Вот. Мой велосипед. Фонарик обязательно. У меня кофеек. Инструменты, а здесь пауэрбанки, водичка запасная, все, что для этого нужно. Вот такое вот место сказочное, тут не мог не остановиться. И там вот карпик он пускал, отсюда вам будет не видно. Так вот из Норвича, получается, еду, вот оно, оттуда, с Норвича, еду Упси, вот туда, а вот там Упси. Ипсвич. Хочу заехать куда-нибудь в деревню и в деревне где-нибудь посидеть, покушать, отдохнуть и дальше двигаться. Вот. Вот так. Получается, вот сейчас еду вот по этой полосе. Бывают места, где приходится ехать прямо вот так вот. И вот и встречка, и не разделена. Поэтому бывает тяжело. Телефон особо не достать, пока тут такие скоростные участки. Так средняя скорость где-то 16-22 мили. Ну, в гору там и поменьше, а так с горы так и 24 получается. Такие домики покосившиеся, уже старенькие. Все сохраняют. Движение, проехал уже 30 миль. Пока вот просто вот так вот, это еще повезло, то видите, сейчас есть дорожка, обычно приходится ехать справа, полосы от белой, обочины нету, поэтому долго ехать. Не долго, а очень опасно. Вот такие вот красоты здесь. Тут раритеты стоят. Направляйтесь на юг. Он свернул с трассы, уехал на проселочную дорогу. Вот такое вот поле засеянное. Morning. Люди катаются.
все, сейчас садимся, кушаем, отдыхаем. Минут 20, наверное. И вперед. Дальше путешествие. Фу. Step 1. Wake up, really gonna rise the sun. Step 2. Get some good, some food in you. Step 3. Здесь мошка. Grow hard, what you wanna be. Step 4. Бутеры. Everybody just do your thing. Wake up. Today's gonna be a good day. 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 Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take it. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be a good day. So life ain't easy, yo. I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Сосновый лес. Домик одинокий в поле, розовенький. Фух, что у нас тут? 41 миля. Красота невероятная. Походить, птички поют, запахи стоят. Тут кто-то в косе, кто-то что-то жгет какую-то траву. Запахи невероятные. Зашел в магазин. Купил два яблочка, два бананчика, водичка обновился. Что-то велосипед весь скрипит, кряхтит. Не знаю, погода, ветер усилился. Может быть и на поезде доедем, посмотрим. Сейчас нужно помыться и перекусить. Сел опять в кусты. Голова красная, видите? Уходит. Еще одна сидит, наверное. Здесь на мушку половить. Ну, интересно. А вон, видите, плавает рыбка.
Рыбку видно. Небольшая, но плавает. Видите? О, щуренок. Видите, он стоит. Не знаю, видно будет, не видно. Прикольно, щуреночек стоит. Не знаю, будет или не будет. Отдыхаем. Посидел, отдохнул под таким вот дубом мощным. Лавочка. У нас на спидометре 56 миль. Какое место? Дождь из пауков, что ли, было? Паутины, вон сколько. Обалдеть. Первый раз такое вижу. А здесь рядом все хорошо. Прикольно. Что-то все вот рякает, скрипит, зажужжал. Велосипед начал весь скрипеть, что-то кряхтеть. После поездки это нужно будет его полностью весь перебирать, смотреть. И думать, что делать дальше. Еще где-то в яму залетел, восьмерку на заднем колесе сделал. Слышите, он? Но виды, конечно, тут дома. С соломенными крышами вот эти вот. Такие там просто сказочные сказки. Наехал Рубскала. Хорошо, что я сменил эту дорогу. Перестал ехать по трассе. Поехал вот по проселочным, таким по деревенским дорогам. Спокойно едешь. Бывает в течение получаса, часа ни одной машины, ни людей. Только птички поют, там всякие животные выпрыгивают, вылетают, убегают. Конечно, погода сегодня... Ой, да, погода сегодня обалденная. Природа шикарная. Едешь, никто не мешает. Огонек. Люди вот так навстречу проезжают. О! Вот так вот проезжают, все здороваются. Огонь! Так, видите, машинка едет. Сейчас, хоп, пропустим машинку. Кайф! Вот, кстати, все поля, все засажены. Нету ни одного поля брошенного. Никакого прощевика нету. Все чистенько, ухоженное все.
Обалдеть. Через 600 футов поверните направо. Ладно, двигаемся дальше. Городок небольшой. Интересно, балки стоят. Я же штукатурен. Супер. Просто офигел с этого места. Это просто что-то с чем-то. Вот получается мост. А здесь просто роскошь. Дома там пенсионировали, сидят там постоянно. И круто. А в фигу не будет попало. А видно, не видно. Супер. Все, короче, я сдался. Сейчас поеду на трейне. Тут просто показывает 3 часа, все по трассе ведет. Проехал, получается, сейчас покажу, 66 почти что миль. Вот, ну и там потом еще проеду чуть-чуть. Но сейчас этот участок, короче, он такой тяжелый, сложный. По трассе поеду на трейне, там 20 минут, а так ехать 3 часа. Ну, поэтому извентиляюсь, что у меня не получилось. А что-то велосипед еще весь забарахлил. Переживаю, что не осилит, крякнет по пути. И так уже еле-еле что-то тут. Вот, ну ладно, буду пытаться дальше ехать. Поехал искать станцию. Вышел с метро, уже приехал 2 мили, 13. Продолжаю крутить педали, уже без энтузиазма. Но мой вердикт такой, 60 миль это нормально, а все, что выше, это уже, ну, даже 50 нормально, а все остальное, это уже такой перегруз идет. Поэтому... Так даже если ехать куда-то с ночевкой на велосипеде там, на несколько дней, уже рассчитывать там. Ну, когда ты можешь отдохнуть, там пораньше встать, можно и побольше. Но я вот не тяжело было. Ладно. Нет, тормоза кончились, вот. Зажимаешь передний, ой, задний. Не работает. До упора вот зажал. Вот ключи педали, он едет. Ни о чем, короче, все кончилось. Вот на секунду 74.28. Вот. Поэтому вот такая красотень. Смог заснять с телефон. Вот. Телефон заряжался раз 7. Ну не, с моим велосипедом такие путешествия, конечно, что он не тянет. Может, без тормозов уже еду так, на последнем дыхании. Тут у людей участки космического размера. Участки здоровенные, там лошади гуляют, дома огромные. Уже, честно, и снимать сил нету, уже чисто охота домой. Охота приехать домой. Покушать и в ванной поваляться. Такую вот красавицу увидел. Привет. Привет. Там вон барашки, птички, лошадки. Вон там еще лошадочка. Привет. Ну и здравствуй.
Не будем? Ну ладно. Давай, красавица, отдыхай. Прячься там. Красотуля. Давай, покедовая. Ровно 80 миль. Все, я приехал. Фух. Тормозов вообще ноль. Ни передних, ни задних. Еле добрался. Ты хорошо же хоть на поезде поехал. Так бы вообще бы пипец полный был. Все, смонтирую. Теперь надо монтировать. Но не сегодня. Ну вот, все, короче. 80.03. Как из шахты. Весь грязный, чумазый. Ноги загорели. Руки загорели. Все в грязи. Ой, ладно. Давайте. Спасибо за просмотр.